И на юг Японии обрушился тайфун Трами. Ему присвоена уже вторая категория мощности. Порывы ветра достигают 200 километров в час. Стихия срывает крыши домов, переворачивает автомобили, сносит, вырывает с корнями деревья. В 30 городах около 200 тысяч домов остались без электричества. 17 человек уже пострадали. В нескольких городах закрыты аэропорты, отменены почти 400 рейсов.